Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим автокресло, которое будет служить защитой ребенка с годовалого возраста вплоть до 12 лет. Речь пойдет об автокресле Saiger Cosmo. Оно относится к категории автокресел-трансформеров и может перевоплощаться из первой группы применения во вторую и затем в третью. Кресло подходит детям весом от 9 до 36 кг. В первую группу применения попадают малыши в возрасте от года до 4 лет и весом от 9 до 18 кг. В этом возрасте ребенок еще не может пристегиваться штатным ремнем безопасности. Автокресла этой возрастной группы оснащены внутренними ремнями. И само кресло устанавливается в машине и пристегивается при помощи штатного ремня безопасности. Подробная схема крепления описана в руководстве по эксплуатации. Удобная схема также имеется в виде нашивки на самом автокресле. Для удобства и точности крепления кресло оснащено ярлычками и пластиковыми накладками, которые защищают ткань чехла от истирания. Автокресло Saiger Cosmo имеет широкие пятиточечные внутренние ремни и замок с защитой. И это гарантия того, что ребенок не сможет самостоятельно его расстегнуть во время поездки. Наш дом здесь! Должны защитить людей! Пятиточечные ремни надежно удерживают ребенка в кресле и позволяют распределить давление удерживающих элементов, чтобы снизить нагрузку на тело ребенка. Ремни имеют мягкие накладки для дополнительного удобства, а замок оснащен защитным клапаном, который снижает давление в паховой области. Внутренние ремни автокресла Cosmo регулируются, обеспечивая удобную посадку как в легкой, так и в объемной теплой одежде. Кресло имеет надежную боковую защиту головы, корпуса и ног. Ко второй группе относятся дети от 3 до 7 лет и весом от 15 до 25 кг. В этой группе ребенок уже может быть пристегнут штатным ремнем безопасности вместе с креслом, поэтому внутренние ремни снимаются. Подголовник регулируется по росту ребенка так, чтобы голова аккуратно поддерживалась, а шея не испытывала лишней нагрузки. Дети младшего школьного возраста от 6 до 12 лет относятся к третьей группе. В этом случае кресло применяется без спинки, остается только бустер. Пристегивается ребенок также штатным ремнем безопасности. Устанавливается автокресло Saiger Cosmo по ходу движения автомобиля как на заднем, так и на переднем сидении. Обратите внимание, что при установке на переднем сидении необходимо обязательно отключить подушки безопасности. Чехол автокресла Saiger Cosmo изготовлен из гипоаллергенного материала. Он легко снимается и подходит для стирки в стиральной машине. Автокресло Saiger Cosmo имеет исполнение в классических расцветках и дизайнерских принтах, так что каждый родитель найдет для своего ребенка подходящий вариант. Надеюсь, что этот обзор помог вам определиться с выбором. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми роликами, ставьте лайки. Пока-пока!